сейчас мы пройдем на склад бригады «Призрак», чтобы вы сами убедились, какая ситуация сейчас с гуманитарной помощью. Бойцам осталось совсем немного продуктов питания. У бойцов осталось совсем немного продуктов питания. И вы сами в этом убедитесь. И мы понимаем, что нужно думать о каких-то альтернативных источниках самообеспечения, то есть думать о производстве и так далее. Я уверен, что это будет. Нужно на это еще время. Вот. И второй момент. Некоторые заявляют, что бригада «Призрак» не воюет и так далее. Я не буду опровергать эту мысль, а просто предложу этим людям, которые так заявляют, приехать сюда, и лично я вас провезу по позициям. Вы там желательно несколько дней понаходитесь, и мы посмотрим, воюет бригада «Призрак» или нет. Вот так. И посмотрите. Желательно, чтобы вы приезжали и решали проблемы, когда бойцы гибнут, когда у них отрывают конечности, и просто-напросто поучаствовать в этом процессе протезирования и так далее. Вот тогда, я думаю, вы поймете, воюет бригада «Призрак» или нет. Просто уже честно достало вот это все. Приезжайте, смотрите своими глазами, а не верьте в какие-то источники информации. Все, спасибо. Теперь пройдем на склад и посмотрим, что там, какая ситуация на самом деле. Как начальник прослужбы заявляю, что у нас бригаде очень большие проблемы с продуктами питания. На данный момент вы видите овощи, которыми располагает бригада. Вот. Здесь нет ничего. Можно пройти дальше. Вот это у нас остатки крупы. Крупы и макарон. И можно здесь глянуть, что ни одной банки, ни тушенки, ни рыбный консерв, ни овощный консерв. Это вот остатки, да, рыбных, овощных консервов? Это остатки, ну нет, это не идет как овощные, это просто как помидоры, огурцы, ну, соленые. Да, это соленые. А овощные консервы, то бишь, нету ничего. Угу. Ну и... Ничего, что видите, вот это вот только галеты. Это галеты, это печенье вот это, да, я пробовала. Ну, сухое, да. Сухое, да, печенье. А такого вот именно, что как такового печенья, ни пряников, ни печенья у нас нет. Нет у нас масла растительного. Это очень большой дефицит. Ну что, чая вот тоже, остатки, вот это можно снять, остатки чая. Все. Остатки чая. Вот. Ну, что у нас еще? Форма. Необходима нам летняя форма одежды и летние берцы. Бойцы у нас ходят еще в зимней форме, которую получили зимой. И в форме, и в берцах ходят зимним. Так что сами представляете, даже носки и те носят зимние. Сами представьте, летом в зимней форме одежды и в шерстяных носках. И в зимних берцах. Либо донашиваем те, которые... Тут, да, или донашиваем, кто в кроссовках, кто даже в тапочках. Вот, можете. Наглядный пример. Это ваша домашняя гражданская обувь, я так поняла. Ну да, это гражданская обувь. А теперь и военная. А теперь уже военная, да. Ну, форму, конечно, мне подарили. Спасибо большое. Раз. Форму один раз. Да, раз подарили, вот. Летнюю. Ну и теперь она будет все. Ну а теперь будет, наверное, не знаю, может и зимой придется в них ходить. Тут положение такое. Ну вот на данный момент вот можете реально, вот выдали сегодня продукты, реально на 2 дня. То есть через 2 дня люди сюда приедут, получать нечего.